На центральном стадионе «Орла» продолжается строительство крытого футбольного манежа. По планам он должен быть сдан в 2023 году. Общая стоимость объекта превысит 500 миллионов рублей. Строительство манежа будет выполнено в рамках регионального проекта «Спорт. Норма жизни. Нацпроекта. Демография». Крытый футбольный манеж, блок административных зданий, это раздевалки и другие всевозможные тренажерные залы, учебные классы. Но вообще, конечно, это будет дом для футбола, круглогодичный дом, то, чего не хватало в последнее время.